Доставайте телефоны, фотоаппараты, снимайте и наслаждайтесь этим зрелищем. Итак, мы начинаем отсчет. Девять, громко! Восемь, семь, шесть, громко! Пять, четыре, три, два, один! Поехали! Хорошо, друзья! Хорошо, падает. Сейчас это как-то у всех. Такие ощущения начали даже мобилизировать сессию. По остроте и по радости. Даша, как ощущения? Ну, вы понимаете, вы себе поняли, что даже нравится. На самом деле, мы с ней пообщаемся когда-то. Да, я надеюсь, что вы дальше нас услышите. Друзья, давайте, скажите, как вам вот просто увидели, нормально? Давайте посмотрим повтор. Вот эти женщины сказали ужасно, да? Значит, конечно, он еще я думал, что это да, друзья, хотели бы увидеть повтор из камеры, то, что видела дальше с нами глазами. Да? Окей. Запускаем повтор. Скажи, пожалуйста, зачем ты так удивилась игру? Да, потом не да. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось все или на этом видео в таком варианте? Даша, по-моему, вполне вероятно. Она такая же белая сейчас. Да, да, я думаю, она будет хорошо смотреть в этой программе. Друзья, а чего ты сидишь? Выходи в ТФК. Нет, она не может. Она выйдет только с рулем, понимаешь? Она его достаточно Друзья, напоминаю вам, что это один из трюков, которые мы предложим после 23-го, 24-го и 25-го февраля. В Лужниках будет полная программа, полный пакет «Топ-гир лайф», «Джеймс Марсер». Ну, я надеюсь, что Даша к этому моменту освоит еще один трюк, и мы увидим ее на этом шоу. Видимо, ее куда-нибудь на машине, еще что-нибудь я придумал. Друзья, под ваши аплодисменты! Абсолютно простая девушка, если напомните, никто. Никто, как вы, никто не имеет отношения. Дальше сейчас. Приходи к нам, если ты умеешь ходить. После этого, я думаю, что... Да. Круто. Она плачет. Нет, мне кажется, судя по лицам команды, какой-то запах из машины. Смотри, за ней. Это забавно. И какой-то мокрый. Давайте его с нами, друзья. И вот на 70 метров. Даша, мы видели, какая...